Получить образование за границей для якутян станет еще проще. О том, как выбрать подходящую программу для обучения, когда и как подать документы при поступлении в ВУЗ и другие актуальные вопросы, абитуриенты и выпускники смогли задать на выставке «Образование в России и за рубежом». Встреча прошла в Якутске с участием учебных заведений из Испании, Кипра, США и других стран. Также были представлены и ведущие российские вузы. Такие выставки мы проводим регулярно. В Якутске, если я не ошибаюсь, это наша 4-я выставка. И надеемся в дальнейшем продолжать их проводить. Сегодня у нас более 1000 регистраций. Как вы видите, сейчас это отражается в большое количество посетителей. Все те, кто посетили наши мероприятия, а это школьники, их родители, студенты, останутся довольны.